Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусные Истории. Сегодня я хочу приготовить праздничный салат на 23 февраля с куриной грудкой, сыром, яйцами и зеленью в форме танка. Поэтому обязательно покупайте ингредиенты и приготовьте такой салат своим защитникам. Все ингредиенты сочетаемые, вкусные. Салат получится просто супер. В первую очередь надо отварить одну грудинку и яйца. Когда все ингредиенты готовы, грудинку нарезаем маленьким кубиком или рвем на тонкие волокна. Перекладываем в емкость, в тарелку, в которой будем замешивать весь салат. Сразу в миску натираем сыр на крупной терке. Дальше нарезаем маленьким кубиком один огурец. Второй огурец оставляем на украшение. За огурцами в салат отправляем кукурузу и обязательно оставляем жменьку зерен для украшения. Теперь заправляем салат майонезом. Понадобится где-то 150 грамм майонеза и очень хорошо все перемешиваем. Это у нас будет основная часть нашего салата. Соль я не ставлю, потому что майонез соленый, сыр соленый, соли будет достаточно. У нас уже получился вкуснейший обалденный салат, но у нас еще есть продолжение. Дальше нам надо разделить желток от белка и нарезать желток мелким кубиком отправляем в общую массу в наш салат, а белок пока откладываем в сторону. И еще раз перемешиваем салат уже с желтком. Основная часть танка у нас готова, теперь нам надо сделать броню для танка. Для этого мы натираем на мелкой терке весь белок, нарезаем мелко укроп и нарезаем мелко зеленый лук. Все это смешиваем, добавляем туда майонеза еще где-то грамм 100, хорошо перемешиваем. И наша броня готова. Теперь приступаем к сборке танка. У всех он получится по-разному, поэтому я комментировать не буду. Смотрите на видео и повторяйте за мной. Я постараюсь сделать его максимально похожим на танк. Вот смотрите, какой у меня получился тематический салат в виде танка. Обязательно приготовьте на праздничный стол, все гости будут в восторге. Самое главное, что сам салат очень вкусный. Я уже попробовал салат, это просто идеальное сочетание продуктов. Вообще куриная грудка, я уже не раз повторял, это самый лучший ингредиент в салате. С овощами, с яйцом, с сыром, салат просто супер. И выглядит тоже очень эффектно. Обязательно приготовьте на 23 февраля. Своим защитникам. Они будут в восторге. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот видеорецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь моим видео в соцсетях, задавайте вопросы в комментариях. Всем приятного аппетита. Пока-пока.